Всем привет! Сегодня я зашел в какую-то карту в Роблоксе, да, нашел какую-то интересную карту. И карта называется «Радужный паркур». Я думаю, ну, паркур, как паркур, и тут паркур. Ну, да, жизнь рад. Но получается, это что-то такое должно быть, я не знаю, что. Там в конце нас ждет какой-то приз. Если мы доберемся до самого конца, там нас ждет какой-то суперкрутой приз. Какой-то подарок или еще что-то бесплатное, какой-то костюм, шапка. Или еще в каком-то развлекаловке, может, какими-то аттракционами нас ждут, реально, что-то. Ну, иногда просто какими-то там парк аттракционов, может, некоторые платные там. Ну, нет, может быть, там что-то, ну, короче, что-то прикольное должно ждать там. И поэтому мы с вами сегодня попытаемся дойти до самого конца этого паркура. Поэтому погнали. Опа, раз, два. Он весь как так переливается. Вау, стойте, подождите, я, кажется, понял. Это нужно перепрыгивать все дело. Да как должна прыгнуть, если нужно? Опа. И. Давай. Да как это делать? Это вообще какой-то странный паркур. Так. Ну, я довольно крутой паркурист. У меня большой уровень в паркурах. Особенно в Роблоксе, поэтому. Ага, по шарикам. Прыгать! Ай! Ой-ой-ой-ой-ой. Вау, ну короче, тут нужно добраться до самого конца, видите, там какой-то финиш, там радуга, что-то там нарисовано. Мы, пожалуй, дойдем, видите, там что-то странное. Там какая-то концовка суперкрутая, наверное, будет. Ну и я постараюсь дойти, но только, ну, конечно, этот парк не очень далеко, не очень далеко это идет, поэтому я вам обещаю, что... Что? Чего? Хэллоуин? Что? Чего? Ну окей. Мы вначале ожидали какой-то паркур, а теперь тут какая-то... Понять. Ну, короче, ладно, погнали в эту играть. Я не знаю, какая нас куда-то телепортнула куда-то на эту карту. Наверное, это продолжение карты. Та не была не проработанная. Окей, ну ладно, погнали. Опа. Так. Погнали, опа. Опа. Ну ладно, погнали тогда эту проходить. Неплохо, неплохо. Неплохо, так, ладно. Окей, это какая-то типа башня. Но нет, это паркур. Это какая-то паркур, типа, что нужно вверх подниматься. И эй, тут что, с самого начала все надо проходить? Нет, это жесть просто. Стоп, что? Да что за бред? Какой-то баг. Это просто баги какие-то, игра багается, игра забагалась. Это просто какая-то жесть. Мы вообще же будем сегодня паркур проходить или будем так летать из карты в карту, из карты в карту? Как вы думаете? Я считаю, что... Ну, может, этот баг больше не повторится, или напишу, чтобы этот баг исправили. Я думаю, разработчики над этим багом подумают. Теперь мне сначала все проходить? Надеюсь, разработчики с этим... Багом подумают и исправят его. Ну, вроде бы сейчас больше ничего не будет. Давайте прыжок. Прыжок. Просто прыгаем и не думаем ни о чем. Потому что это довольно интересно. Так, ладно. Опа. Да как? Да тут джекпоинт не работает, что ли? Да, ну давайте попробуем попрыгать. Типа, ну, джекпоинт. Давайте вот так, вот так. Вот так попрыгаем, типа, как будто вот так. Ну, давайте, чтобы тут возрождаться-то. Давайте попробуем, реально, может это работает. Ну, мы вообще сегодня будем паркур проходить? Или мы так будем из карты в карту метаться все время? Опа. Давайте чекпоинт. Опа. Чего? Фух, ну это жестко, чекпоинты не работают. Давайте, нужно чекпоинт сделать, давайте, давайте. Нет, там девочка сзади где-то появилась далеко. Давайте, чекпоинт сработает, 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 сработает. Давайте, давайте. А, смотрите,
Ну, я случайно нажала кнопку, тут написано клик, типа вы перетелепортнетесь туда-то, туда-то. Клик, вы телепортнетесь, я все понял. Я понял. Значит, я случайно просто кнопки нажимал. Так, если я появлюсь в начале, это будет жить как нехорошо. Ну, какой-то кошмар. Что надо бы написать? Это как какая-то непроработка. А, кстати, давайте нажмем. И чё? Тикток паркур? Вот это да! Тикток! Окей. Окей. Давайте этот тогда проходить. Да я не знаю. Я не определился. Видео просто будет называться «Прохожу паркур». Ну хорошо, паркуры. Паркуры прохожу. Это не один паркур мы сегодня проходим. Мы проходим уже несколько. Фух, тут хотя бы чекпоинты работают. Где можно возрождаться. Ну, не, да, эта карта уже была бы получше прошлой. Тут хотя бы возрождаться можно. А там нельзя. Опа. Опа. Да, тут работают джекпоинты, все хорошо, все нормально. А, ну тут так мы точно дойдем. Тут вообще маленькая карта какая-то. Не, ну, не маленькая и небольшая, так можно это сказать. А, так что я думаю, мы дойдем до конца в этой серии, хотя бы до TikTok. А паркур, ну, это будет, пожалуй, главная карта. Стоп. По серому нужно прыгать? Да? Опа. Опа. Да, довольно легкий такой паркуртик. Смотрите, там нас ждет что-то интересное. Блин, сразу согласитесь, прям интереснее стало. Прям сразу быстрее начали проходить это все дело. Потому что прям интересно посмотреть на концовку. Вот да, концовка это прям ускоряет. Прям хочется посмотреть, что там будет. И прям вот так стараешься прям быстренько дойти до этого всего дела. Да куда я лечу постоянно, господи. Так, ну ладно, окей. Ну, просто сегодня вообще странно все получилось с этими паркурами. Постоянно что-то, какие-то баги, все багается. Ну, как-то странно. Нет, просто это я случайно нажимал. Так, ладно, ну, все самое легкое только началось. И мы идем, мы все-таки дойдем сейчас. Давайте вот так паркурим по этому всему делу, держим по коробкам. Блин, вот тут джекпоинт остался, это хорошо, тут в начале, блин. Нужно попрыгать, вот постараться вот так на эту коробку. Аккуратно! Блин. Все, джекпоинт сработал, ну, наконец-то. Ай, да как я это делаю, как? Так, вот закрыть. Ай. Так, ну, отлично, ура, ТикТок. О, по телефонам паркурить. Ну, прикол, прикол. Давайте встанем сюда, что это? Нет, как-то... О, смотрите! Она исчезает! Лица исчезает, прикиньте! Ой-ой-ой-ой-ой! По логотипам ТикТок паркурить. Не, ну это я точно с первого раза пройду. Опа, и концовочка! Слушайте, давайте посмотрим, что есть в концовке. Вау, смотрите, что тут есть? Блю, мат. Вау, подождите, что-то происходит. Давайте, опа. Вау, смотрите. Слушайте, прикольно. Смотрите, полетели. Слушайте, у меня появилась идея. Полетели как конец. Начало, то есть. Нет. А-а-а, смотрите, сейчас мы прилетим, они подумают, мы читеры. Что я читер, они думают, а я ни капли не читер.
Смотрите, сейчас мы доберемся опять туда. Ну, на самом деле, эта карта прикольная. Спасибо большое, кто разработчикам, кто создавал эту супер крутую карту. Она получилась просто пушинка, просто перышко. Нормальная карта. Я даже не знаю, как это описать, понимаете? Прекрасная тикток-карта получилась, паркур, ну и все дела. Да, ай, куда же я пришел-то? Так, ну ладно, будем сейчас заканчивать, но только я хочу тебе прикольнуться над кем-нибудь, кем там сзади, кто сзади проходит. А кто из нас? Сколько еще игроков осталось? Давайте купим что-нибудь. Давайте посмотрим, тут какие-то игроки есть. Давайте сейчас подпрыгнем. И прибежим к тому игроку. Он подумает, что я читер. Смотрите, вот там какая-то девочка бегает. Давайте к ней подбежим сейчас. И она подумает, что я читер. А на самом деле это просто такая штука. Так, ну ладно, давайте. Давай, так, сейчас дойдем до конца. Потому что, блин, да как это работает? Ну, короче, это на самом деле очень трудно. Дойти до конца. Но все же, как вам понравилось это видео, это вы напишите в комментариях. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.